Молочное хозяйство Мышковичи – эталон среди агропромышленных комплексов. Ставку здесь делают на технологии. Животные в просторных, светлых помещениях чувствуют себя хорошо. Поилки с подогревом, что актуально в зимний период. Уборка проводится каждые 2 часа. Буренок в прямом смысле слова холят и лелеют. Здесь одновременно доится 32 коровы. Все доведено до автоматизма. Следят за процессом и специалисты. Если оборудование определит, что одно из животных больное, молоко поступит в другую емкость. Только в сутки 20 тонн качественного продукта. Чтобы удои увеличивались, для коров составлен грамотный рацион питания. 2 раза в день употребляют смеси сенажа многолетних травянистых растений и кукурузного силоса. В закромах большие запасы, которых точно хватит не только на зиму, но и до следующего урожая. Также у нас имеется профилакторий для содержания телят от 0 до 90 дней. Профилакторий обслуживают 2 телятницы по мере взросление телят, создается группа и уходит на другие фермы. Домики индивидуальные вычищаются, моются, дезинфицируются. Здоровые, накормленные, ухоженные буренки и в хозяйстве Нива-Барсуки. Здесь больше 4000 коров. Все получаемое молоко экстра-класса сдается на бобруйский филиал бабушкиной крынки. Фермы работают не просто в штатном режиме, а увеличивают объемы производства. Вскоре откроют цех по доращиванию телят от 3 до 9 месяцев. Мы планируем ввести на 180 голов. В принципе, здесь уже все практически готовность полная. Осталось где-то подкрасить, докрасить чуть-чуть электрооборудование, обогрев поилок, и я думаю, через месяц мы его запустим. В среднем только за сутки телята набирают 950 грамм. Все благодаря сбалансированному питанию. Рацион составляют зоотехники. Он везде схожий. Но здесь внедряют еще и свекловичный жом. Соблюдение санитарных норм, дисциплина, а еще работа на перспективу. Таков здесь секрет успеха. В Кировском районе травянистыми кормами обеспечим, концентраты тоже есть. Поставленные задачи Могилевским облсполкомом будут выполняться. На сегодняшний день реализация молока составляет 107-108% по району. Показатели не сбрасываем. Для дальнейшего наращивания производство продукции животноводства в районе все имеется. Содержать животных в таких же условиях и соблюдать технологии доения под силу каждому сельхозпредприятию было бы желанием. При этом в случае бесхозяйственности придется отвечать. Ведь готовность АПК к зимнему периоду на контроле прокуратуры. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.